стратег и тактик, маневрами избегает домашних обязанностей. Звездочет готов подарить самую яркую звезду жене. Скалолаз ради жены покорит любые вершины. Волшебник превращает каждый день семейной жизни в сказку. Прекрасный принц открыл царство любви для своей принцессы. Капитан сможет провести семейную лодку к тихой бухте счастья. Способы применения: деньги зарабатывания, поломое, вытирание, телефутбола, бокса, смотрение. Комплектация: руки, ноги и глаза по две штуки, голова одна, но умная, сердце и душа Оле отдана. Примечание: товар возврату и обмену не подлежит. При праве эксплуатации срок годности не ограничен. Члены свадебной экзаменационной комиссии: Вера, Надежда, Любовь! Невесты! Марка Бош, жена Белохвостова Ольга. Страна-производитель России, тип характера, универсальный, цвет глаз, кари-зеленые, рост подходящий, ум в наличии, волосы роскошные, характер легкий, фигура умопомрачительная, предназначена. Дорогие девушки, кому нравится, для чего предназначена Ольга, пожалуйста, одобрительными возгласами можете мне помогать. Для посещения салонов красоты. Для просмотра сериалов. Для разговоров по телефону с подругами. Для воспитания детей. Для ласки. Для подарков. Для цветов. Для нежности. Для понимания. Для выпивания утреннего кофе в постели. Для содержания и бессрочного обожания. Для заграничного отдыхания. Для регулярного шопингования. Для преклонения и на руках носения. Для создания прекрасного настроения. Для вдохновения. Для счастья. Для любви. Для радости. Для жизни. Для тебя, Николай, цени это, береги, гордись и люби. При правильном обращении с предлогом «для» на долгие годы остается нежной, любящей и верной женой. Члены свадебной экзаменационной комиссии: Вера, Надежда, Любовь! А теперь, пожалуйста, поднимите два своих паспорта.